Так, вот там уже, по-моему, ящик с оружием я видел. Но могу ошибаться, они все какие-то похожие. Сектор заблокирован. Да, вот, тут есть парень один, который хочет отведать моего лука. Так, у меня электро, да, стрела? Да. Так, отлично, это что? Средняя сила натяжения. Так, урон. Ага, хорошо, берем. Уровень угрозы повышен. Позицию надо бы менять. Так, как там разрядить? В. Протокол безопасности выполняется. Отлично. Теперь берем нашу пушку и начинаем долбить их. Здесь внимание, нас... пророк, подкрепление СЭЛ уже в пути. Меня спалили, да? Нет, пока еще нет. Сейчас мы в стелс-режиме, скажем так, да? Ух ты, ёлки. Вроде она далеко была, да? Так, ну сейчас можно стрелами, в принципе, поработать. Ну, а в принципе, можно и... Честно, через кусты они меня увидят. Хорошо, увидели. Сейчас будет видимый. Так. Во-во-во, что это было? Кто палит? Я что-то не... А, подожди, вот тут что ли кто-то? Ты что, парень, обалдел что ли? Так, кто-то еще... А, вон он. А, все, нет патрона. Так, жопа небольшая. Намечается. Потому что у нас кончились патрончики. Так, лук у нас на цифре 3. Поставим обычные стрелы. Так, и давайте. В башку засадили. А здесь у нас как раз. Сосредоточьтесь и найдите его. Так, мы не должны были выйти из этого режима скрытности. Так. Да, отлично. Следующий. Кто у нас следующий? Кто-то здесь. А, вон их сколько. Новенькие, походу, понабежали. Сектор заблокирован. Так, отлично. Выходим из этого режима. Ой, из нановизора. Так, они не видят то, что у меня волны отходят. Так, я готов. Ну. Это даже не слышал. О, по башке засадили, и все нормально. Так, ну все. Идем дальше. Сейчас пополним боезапас, если у нас конч... Да, у нас там лук кончились. И здесь у нас какие-то еще гранаты, я так понял, да? Отлично. Идем дальше. А куда мы идем-то? Нам надо наверх. Наша главная цель — это найти путь к позиции психа. Внимание! Брос оружие, сел рядом с вами. Очень стараться. Найти его позицию. Нам нужно 100 метров пройти еще. Насчет вот этих вот материалов я не очень все-таки понял. Как с ними там работать, как с ними, как их находить. Да. Ну ничего, я думаю, со временем разберемся. Я помню, какие-то нанокатализаторы были во второй части, да? Это уж я точно помню. Ну вот мы здесь уже, да? Давайте нановизор этот врубим. Вот там кто-то... Турель, да, походу? Безопасность
Или я ошибаюсь? Привет, дружище. Эй! Почему меня толкаешь? Как ты нашел этот ствол? Какой, вот этот? Это не важно. Какой ствол? Надеюсь, ты знаешь, чем имеешь дело. Давай, пройдем сквозь туннели в депо. Я не понял, вот это что? Это супер термитный наконечник. Большой разрушитель силы, отложенный какой-то взрыв, отлично подходит для брони. Стрела, так, вонзается в цель, взрывается. Ага, а это у нас... Здесь у нас урон больше, а здесь меньше. Разрывной осколочный... Так, противопехотного действия, взрывается вблизи, отлично подходит для быстродвижущихся объектов. Хорошо. Отлично. Это мы знаем из второй части еще. Вот под ствол, да? Или это очередями? Да. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Мы, он на месте. Я тоже. Сейчас я посмотрю, что у нас ты здесь. Знаешь, как... это важно. О тебе и о костюме много говорят. Но планетная модификация, эти видения. Люди даже не уверены, что или кто ты теперь такой. Во что ты веришь? Я здесь, так? Я хотел сказать, что фонарик нужен. А тут нановизор как... Какой фонарик-то? Подближаемся. Приближаемся, точно, да? Так. Идем дальше по этим коллекторам, подвалам каким-то. Так, здесь у нас какие... А, у нас стрелы здесь, да? О! Вот это другое дело. Отлично. Давайте сразу решим. Там, может быть, что-то и было. Ну, ладно. Что мы будем выбирать? Значит, когда мы нажимаем сюда, у нас увеличивается урон, снижается скорость натяжения. Быстрое натяжение снижает урон. Стандартный урон, стандартная скорость натяжения. Так, точность. Значит, самая большая точность у нас вот здесь, да? А урон где? Тоже здесь. Но зато скорость тормозит. Ну ладно, посмотрим. Все посмотрим. Что такое? Да. Не шуми, гибрид, твой голос. Я не шумлю. Нужно обойти. По-моему, это ты шумишь. Ну там я уже вижу. Уровень сложности. Средний. Так. Как думаешь, слышали? Кто там, никого? Окей, встретимся на другой стороне. Хорошо. Не думаю, что мне слышали. Следи за дверью! Следи за дверью! Он идет! Итак, у нас есть потенциальные цели. Ой. Что сказал? Значит, у нас здесь полно противников. И то это пока тех, которые я засек. А это что? Это наш товарищ, он уже там, да? Свалил. Так, сейчас мы быстренько энергию восстановим. Отлично. Идем дальше. Берем лук. Берем лук, я сказал. Сказал лук. Отлично. Лук взяли. И сейчас будем... Сейчас будем выполнять нашу работу. Так, вот сейчас меня никто не должен заметить. Так. Сейчас мы посмотрим, где лучше пройти. Мне кажется, снайпера лучше вырубить. Не, я, наверное, не буду спускаться. Прямо отсюда месить всех буду. Итак, первое. Кто у нас? Вот этот. Мне кажется, его... Не знаю, но их, по сути, всех тут можно легко запалить. Увидят, что минусанули союзника. Давайте еще энергии припасем. Чуть-чуть подкопим. Сейчас на максимум.
И погнали. Итак, начали. Все-таки первого я выбираю этого. Хоть он и на виду стоит, но... Первый. Отлично. Чуть-чуть энергии. Сейчас лучше, конечно же, сменить позицию, да? Еще минус. Мимо, да? Так, там вода, поэтому берем электрострелу и... Давайте лучше для надежности. Отлично. Минус 2. И вот у нас турелечка, да? Сейчас мы ее быстренько взломаем. Максимально быстро, у меня энергии мало. Так. Все, все супер. Берем первую пушку с глушителем. Надеюсь, она нас не выдаст. Хотя нет, сначала возьмем стрелы. Итак, берем простой наконечник. Ага. И, в принципе, сейчас можно двигать дальше, да? А как приближать-то я забыл. Ладно, не важно. Зато важно то, что я уже вижу наши точки, наши другие цели. Это оружие, стрелы. Я их вижу. А вот эта турель, по сути, должна теперь на нас работать, да? Да, мне кажется, да. Все. Еще чуть-чуть энергии. И погнали. Так, берем... Берем наш этот... А что это, кстати? Ладно. Вот этот... Нано-возможность... Нано-невидимость. Индикатор... Угроза горит желтым цветом, причем практически на середине, даже чуть-чуть выше. Сейчас мы осмотрим, кстати, что у нас тут за оружие. Давайте посмотрим. Что это? Так, посмотрим. Есть глушитель. Есть оптический, я так понимаю, прицел, да? Подствольные. Подствольные. Коллиматорный. Коллиматорный. Ну хорошо, давайте попробуем эту пушку. Итак. Берем стрелу. Какая у нас стрела стоит? Обычная, но можно поставить электро. Хотя нет, они выше... О! Точно, сейчас обычную поставим. Сейчас припугнем их. Ну или попробуем бомбануть по бочке. Ну-ка, давай. Отлично, вроде в башку засыпал. Опа, вот еще один. Я думал, куда-то за стену зашел. А он, оказывается, мимо столба и оказался прям на виду. Далее смотрим по целям. Вот еще один враг, который спрятался за стенку. Но ему это не помогло. Дальше предлагаю встать. Пройти чуть-чуть дальше. И минусануть вот эту. Ого! Отлично. Теперь можно брать новое оружие. Так, все цели отмечены. Да, по сути дела. Ну, я имею в виду из врагов. Наблюдатель, мне нужно долбанное подкрепление. Так, все, и можно отправляться выше к нашему оставшемуся противнику. Одному единственному. Вот я он. Прикрою тебя, пророк. Не надо меня прикрывать, я уже справился. Так, скармот. Интересно, а вот... Так, сейчас спустимся вниз. И возьмем... А, можно возвращать наши стрелы. Вот почему они... Их все... Их с каждым разом, когда я подходил, включал наш... вот этот вот визор, он все время показывал все большее количество стрел. Угу.
Причем не надо на них нажимать. Там какие-то клавиши, буквы. Просто подходишь, и он собирает автоматически. Интересно, а вот какая тут система разрушений максимальная? Я хочу просто, чтобы разрушилось. А, нельзя взять больше, да, я так понимаю, или что? Так. Хорошо. Сейчас посмотрим, что у нас там по стрелам. Почему же нельзя? Вон еще наверху, там где-то я видел стрелу. Мне показалось. Так, и еще хочу я узнать насчет гранат. Так, гранат. А, для этого нам нужно зайти в опции. Наверное, управление. Клавиатура, и давайте посмотрим. Бой. Стрельба, масштаб, выбор гранаты. G. Перезарядка. Предыдущая смена оружия. Выбор. Выбор гранаты. Давайте G попробуем нажать. У нас пока только одна граната, да? 4 штуки. Хорошо. Очень хорошо. Что у нас есть гранаты? Нановизор включен. Так, стрелы, я так понимаю, больше нельзя забрать. По непонятным причинам. Или я забираю. А, F надо нажимать все-таки. Да? F надо. Нановизор включен. F надо. Все, я предлагаю отправляться дальше. О, как высоко прыгнул, круто. Наверх поднимаемся. И вроде бы нам сюда нужно. Очень круто все разрушается. Стрелы вроде бы нет. Так, куда нам дальше надо идти? Я так понимаю, сюда. Да, я походу не ошибаюсь. Это наш друган. А вот тут стрела же где-то вроде была. Нановизор включен. Прошу прощения, не нановизор, а вот этот вот. Вот этот вот просто простой визор. Да, отлично, все получилось с первого раза. Нет, я думаю, они нас не услышали, потому что я делал все тихо. Что тут произошло, мать вашу? Ага. Проверь черные ящики, узнай, как они погибли. Сейчас, секунду. Я пойду наверх, посмотрю, что происходит. Так, а что за сбор данных был? Насчет вот этих вот прокачек я так еще и не разобрался, что с ними делать, как там, что. Может быть, надо было с турельки с этой что-то собрать, надо подходить к ним. И все получше изучить. Какие-то черные ящики он мне сказал проверить. Давайте Б нажмем. Так, сейчас сразу оружие. И все здесь, да, вот там стрелы как-то я пропустил. Непонятно, где они даже. Там они внизу, походу. Ладно. Так, пошлите выполнять задание. Нам сейчас дойдите до северного депо через метро. Это основное такое задание. Здесь у нас, видимо, все по максимуму, да? Полный боезапас. Ну, хорошо, я думаю. Контрольная точка у нас. Рассредоточиться! Из травы! Быстро! Пока никого не засекает, надо выйти. Значит, там сейчас тоже такое же помещение будет. Отлично. Спокойно. Я уже вижу цели. Вы это слышали? Ага. Какие-то существа, да? Инопланетные. Наверное, опять цеф этим. Скорее всего. Отлично. Ну, может быть, не очень, конечно, отлично. Ладно. Их пока нельзя засечь, да? Нановизор включен. Этих существ.